Дорогие товарищи, сегодня, в этот светлый праздник, 22 апреля, хочу от себя лично, от всей души и от Центрального комитета нашей партии, Коммунистической партии Коммунистов России, поздравить всех с прекрасным праздником, с днем рождения Владимира Ильича Ленина, с его 150-летним юбилеем. В этот день, 150 лет назад, родился человек, который изменил ход истории на планете. Фактически, его гений дал путеводную звезду для всего трудового класса всей планеты. Благодаря его бурной деятельности, его трудам, его активной работе, его теоретическим трудам было создано первое на планете государство рабочих и крестьян, построен настоящий социализм. Да, несколько десятилетий назад, к сожалению, наша Родина была разрушена. Но, тем не менее, идеи Владимира Ильича Ленина живут в наших сердцах и умах, в сердцах и умах всего пролетариата на всей планете. Сейчас существует 8 социалистических стран. По числу населения практически полпланеты живет при социализме. Это новая экономическая формация, которой до этого не знало человечество. И только благодаря Владимиру Ильичу Ленину социализм воплотился в реальную настоящую экономическую систему. Его труды дали возможность построить государство рабочих и крестьян, где была бесплатная медицина, где было бесплатное жилье, образование. Фактически, рождение его дало миру огромный шаг вперед. И мы сегодня празднуем его день рождения, вспоминаем его труды, отдаем дань памяти. Сегодня мы с товарищами возложили цветы к самому большому памятнику в Москве, на Октябрьской площади Владимиру Ильичу Ленину, соблюдая все меры безопасности. Аналогичные акции проводят наши товарищи сейчас в регионах. В каждом регионе коммунисты идут к памятникам, возлагают цветы. Несмотря на тяжелое время эпидемии, когда надо особое внимание уделять безопасности, мы все равно не отказываемся от празднования дня рождения Владимира Ильича Ленина, соблюдая все нормы безопасности, дистанцию, дезинфекцию, следим за здоровьем наших старших товарищей. Но, тем не менее, мы можем полноценно отметить день рождения Владимира Ильича Ленина. Мы можем общаться с помощью средств связи. Мы можем в самоизоляции сегодня провести празднование со своими близкими. Поэтому от всей души поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, пережить эти тяжелые времена и нам вместе победить, возродить советскую власть и Советский Союз. С праздником, с днем рождения Владимира Ильича Ленина, дорогие товарищи!